Приветствую, дорогие друзья. Почему люди делают ленточные пилы самодельные? Наверное, их не устраивают те, что продаются. И дело тут не только в деньгах, а, собственно говоря, в самих пилах. Вот. Приехал, знаете, ко мне однажды друг Серега. Друг Серега, он мебельщик, делает дорогую мебель. Делает Серега дорогую мебель, и там древесины и по полмиллиона, и по 750 тысяч, причем это цены двухлетней давности, кубометр. И дабы, значит, пилить эту древесину, с учетом ее стоимости, как говорится, ну, там надо не промахнуться. И он говорит, слушай, посмотрел на мою пилу, говорит, слушай, сделай мне такую. Я говорю, Серега, у тебя же фирменная пила. Он говорит, нага, ну ты мне сделай такую. Я говорю, ну почему? Я говорю, что она плохо пилит, эта пила твоя? Он говорит, нет, она неплохо пилит. Она вообще не пилит. Я говорю, иди ты нафиг, как такое может быть? Он говорит, да вот так, говорит, я ее просто размотаю за шнур и закину в огород, говорит. Ну, я не буду намерен называть бренд, дело там не в бренде. Там две причины, почему они не пилят эти пилы. Вот так вот посмотреть на них, все у них есть. И шлифованный чугунный стол, там, и сброс натяжения, и компенсационная пружина, индикатор натяжения, там все там есть. Да? Но при этом они не пилят, блин. Я вот смотрю ролик, человек купил себе такую же, как у Сереги, пилу. И значит пилит он ей. Ну вот такая чурочка буквально там сантиметров 13. Вот поволокло, 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 влево, 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 влево ленту. И тык, и станок остановился сам. Сработала, что ли, защита перегрузки, там, я не знаю. Человек говорит, станок стоит в районе $500, и весит он в районе, это 80 килограмм. 80 килограмм железа априори должны все-таки пилить. Кто же за них пилить-то, дядя, что ли, будет? Но он говорит, наверное, я подшипнички неправильно, это самое, там, мастерская Александра называется канал, там, домашняя столярка. Подшипнички тут ни при чем, это плохое качество стоковых пильных лент. Оно отвратительное. Не знаю, почему они так делают, почему не поставить хорошие ленты. Не умеете сами это делать, купите у тех, кто умеет. То есть надо покупать ленты тех фирм, которые занимаются именно лентами, а не станками. Не покупать стоковые ленты. Я тоже однажды купил стоковую ленту, когда только сделал первый станок. И пришел в магазин, говорит, дайте мне самую большую ленту, которая только есть. Я просто не знал, где их. Ого, да? Попал! Самую большую, которую у вас есть. Ну вот, Incor это был магазин. Incor Corvette 36 станок, вот большая лента. 20 миллиметров. Ну, думаю, ладно, пришел ее домой. 2200, дорогие друзья, 2200 она стоила. Это бешеные деньги. Я позже купил за 1700, когда понял, где их надо брать. Я купил кайман биметаллический. Так это космос лента пилорамная. Ну, я пришел, натянул ее, она как раз в нижнем пределе залезла на мой станок. И она просто, ну, не чертовой матери, она не пилила. Я тут же изобрел заточенное устройство, наточил ее. Но это не сильно помогло. Пилить она стала лучше, но ее все равно косоротило влево. Такие вот они. Я ее, в конце концов, просто поломал и выкинул в помойку. Вот что такое стоковые ленты. Да, вот это первая причина, почему станки не пилят. Потом смотрю, этот человек поставил другую ленту, по всей видимости, это была лента или по рыбе, или по мясу. Ну, по внешнему виду, я так, она блестящая, конечно, нержавейки. Там высокие требования к этим лентам рыбы-мяса. Смотрю, пилит ровно. Никуда ее не уводит, думаю, ну вот другое дело. И так нормально он, в принципе, пилит. Я смотрю, думаю, так скорость, можно было бы побыстрее. Но все равно, хорошо, нормально. Вот чурочку эту он, такая абрикосовая, пилит, значит. Но смотрю, слишком быстро у него пальцы вот так двигаются при подаче чурки этой. И тут он комментирует за кадром. Я увеличил скорость воспроизведения на максимум в 4 раза. Тогда получается, что он вообще нифига не пилит. Как сказал Серега, ты купил пилу и думаешь, что у тебя типа есть пила и типа ты столяр. На самом деле получается, типа ты лох, а у тебя муляж, а не пила. Вот. Ну, короче говоря, это первая причина. Плохое качество стоковых пильных лент. Но она легко устранима. Купил хорошую ленту и все нормально.
Вторая причина – это асинхронные двигателя. Они просто дохлые совершенно. Асинхронику нужны три фазы. Тогда он будет пилить там все на свете. Ну и мощность соответствующая. Конечно, есть фирменные пилы промышленного класса с трехфазными двигателями, и там все нормально, там все пилит. Ну а вот эти вот, я имею в виду, которые, как говорится, мы с вами, допустим, могли бы купить, да, там, как человек озвучил, в районе $500 там, и все такое прочее, да, вот они вот так вот сделаны. И мы же не делаем с вами болгарки, шуруповерты, там, и циркулярные пилы, там, они отличного качества. Все мы ими пользуемся. Но почему-то, что касается ленточных пил, вот две позиции, ленточные пилы и точила. Там, где становятся асинхроники, от одной фазы. Вот они ставят, допустим, киловаттный асинхроник, ну там пусковая обмотка есть, конденсаторы, ну это все не сильно, как говорится, помогает. Ну, две фазы убираем, остается одна. В сети одна фаза, а то некоторые люди думают, что фазы две. Нет, такого не бывает. Ноль и фаза. Или три фазы уже и ноль. Ну там ноль, он действует как заземление просто. Вот. Асинхронник. И остается от него, от этого киловатта, 300 ватт, 1/3, если от одной фазы. Чтобы асинхронник тянул от одной фазы, это нужно ставить 3-киловаттник. Вот тогда как раз от 3-киловаттника останется киловатт, и это уже хорошо. Но они этого не делают, поскольку, не знаю почему. Потому что 3-киловаттник новый стоит денег, они же, как мы с вами, с помойки его не принесут. И тогда они, по всей видимости, выбьются за категорию любительского инструмента. Вот такая, такая длинная, как говорится, вступительная речь, дорогие друзья. Как же сделать так, чтобы пила работала от одной фазы, и при этом она тянула? Дорогие друзья, я решил этот вопрос и об этом в следующем ролике.